Сегодняшняя коллегия образования была обильна на отчеты, но в основном каждый докладчик в своем выступлении говорил не только о достижениях, но и поднимал серьезные проблемы. К слову, на совещание пригласили заместителей районных акимов и руководителей отделов образования. И каждому из них сегодня было что взять на заметку. К примеру, говорили о квалификации педагогов и воспитателей. Их сегодня в Кустанайской области 22,5 тысячи. 43% из них имеют высшую и первую категории, и этот показатель ниже республиканского. Кстати, меньше всего учителей с высокой квалификацией в Денисовском, Карасузском и Узункольском районах. Самое главное, есть такой момент, что мы не растем, мы, наоборот, снижаем. Вот здесь 2014 год было 45,1%, 2015 год 42,8%. Маленькая, но такая динамика вниз. Вот сегодня нам заниматься надо руководителем учебных наших организаций. В первую очередь это должны заниматься на местах руководители отделов образования, заместители акимов по социальным вопросам. Здесь вот этот показатель мы должны увеличить. А как будем увеличить? Стимулировать учителей. То есть сегодня есть трехуровневые курсы, есть повышение квалификации учителей, нужно заниматься так, чтобы наши учителя могли увеличить. Во-первых, они будут повышать свою квалификацию и повышать свою заработную плату. Неоднозначная картина и с молодыми специалистами, которые прибывают работать в сельские школы по программе с дипломом в село. Дело в том, что далеко не всем прибывшим учителям помогают подъемными средствами. Поэтому молодые специалисты в сельских школах не задерживаются. Около 40% молодых учителей в сельской местности не закрепляются. Так, в Кустанайском районе в 2014 году прибыло 80 молодых специалистов, из которых только 13 получили кредиты на приобретение жилья, 22 специалиста – подъемные пособия. В 2015 году прибыло 76 молодых специалистов, получили подъемные пособия – 22, кредиты на приобретение жилья – 26. Сегодня, если мы не будем на селе закреплять учителей, у нас так малокомплектных школ 68% составляющих. Мы завтра, вот это у нас процент, вот надо его зафиксировать, следующие коллеги посмотреть. Он у нас будет ниже и ниже. Почему? Потому что уходят высококвалифицированные учителя, которые там дорабатывают где-то, на пенсию уходят. То есть вот такой процесс есть. Молодежь надо оставлять. Заниматься надо здесь. Ну и, пожалуй, самый проблемный вопрос – доступность детских садов – тоже стал темой для обсуждения. По данным Управления образования, общий охват дошкольным образованием детей от 0 до 6 лет – 90,9%. Но цифра очередников при этом тоже внушительная – почти 22 тысячи. В минувшем году в регионе удалось открыть 2033 места в детских садах. Большую часть из них в рамках государственно-частного партнерства и в основном в Кустанае. При этом за последние два года не появилось ни одного нового места в Рудном и Сырыкольском районе. Марат Джандубаев привел в пример ЖТК-РУ, где в скором времени появится детский сад в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором выступило предприятие «Кустанайские минералы». Представителям Рудного замакима области поручил активнее заняться переговорами с предприятиями. Диара Ахмечен, Елена Щегельская, РТН.